Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приглашаю вас на мастер-класс по созданию презентации в новом формате. Меня зовут Дегтярева Елена Александровна, учитель английского языка города Верхотурья. Перед нами первоначальная страница социального сервиса www.prezi.com. Давайте познакомимся с ним. Здесь расположен видеоролик «Что такое Prezi?». Также работы других участников. Мы можем с вами зайти на страницу, где расположены ваши презентации, обучающие презентации и презентации остальных участников. Для начала оформим подписку. Нажмем на данную кнопочку и увидим три вида подписки. Public, Enjoy, Pro. Естественно, они отличаются друг от друга. У каждой есть свои плюсы и минусы. В данном случае создание презентации в онлайн-режиме при подключении к интернету. Показ презентации в офлайне без подключения к интернету. Создание частной презентации, либо возможность показывать другим участникам, разрешать копировать вашу презентацию. Создание своего логотипа вместо логотипа Prezi. Создание презентации в режиме офлайн без подключения к интернету с помощью Prezi Desktop. Премиум саппорт – это поддержка. И, естественно, объем хранилища от 100 мегабайт до 2000.